17 лет вам уже есть, да? Хорошо. Потому что все операции возможны только тогда, когда вы уже достигли 18 лет. Планируете ли беременность в ближайшие полгода? Да. Это противопоказано, если вы планируете беременность, либо кормите грудью. Смотри.
силиконовым гелем. Это имплант наполняется высокоадгезивным гелем. Он такой по мягкости, очень на натуральную грудь похож. Еще этот гель, он не деформируется со временем и сохраняет свою форму. Даже когда происходит разрыв оболочки у импланта, ну, такое иногда случается, этот гель все равно держит форму и не вытекает. На такие импланты мы даем пожизненную гарантию. Жалоб от пациенток еще не было. И второй вариант – это заполнение импланта физиологическим раствором. То есть полностью заполняется имплант раствором. Но такие импланты могут деформироваться, и со временем в любом случае необходима повторная маммопластика, то есть небольшая такая вот коррекция. Да. Ну что, еще несколько способов, то есть это по вашему желанию уже, но, конечно, прислушайтесь к моим рекомендациям. Мы можем сделать для вас, можно предложить три варианта. Первый вариант, мы надрезаем вот здесь, возле ореольчика, делается маленький-маленький надрезик, он незаметный, то есть через пару месяцев ничего практически не будет видно. И импланты выживляются через этот маленький надрезик, но при этом нарушается целостность молочной железы. И вот для тех, кто не рожал еще, это очень плохо, потому что могут быть проблемы с кормлением. Потом, смотрите, если у вас есть ребеночек, то можно сделать такой вариант. Если, конечно, вы планируете еще рожать, то я бы вам не рекомендовала. Второй вариант. Вот наша грудь. Под грудью делается надрез и помещаются импланты. В таком случае будет маленький, небольшой, совсем такой аккуратненький шрамик, но это надежный результат. Импланты никуда не денутся и будут на месте. Или есть еще третий вариант. Делается надрез в районе живота, небольшой, и туда уже загоняются импланты через это отверстие, то есть маленький разрезик. Таким способом еще с помощью жира толкаются это все вверх, и также происходит коррекция живота, немножко подтягивается. Ну, то есть в вашем случае можно и такой вариант, то есть вам еще немножечко подтянется животик, но это немножко дороже стоит. Да. В принципе, вот такие вот варианты. Да. Вы, конечно, можете подумать. Я в вашей карточке запишу анализы, которые вам нужно сдать. Первое, это обязательно на сахар, да, потому что сахарный диабет, если есть, нельзя, естественно, но это очень важно, поэтому на сахар. Общий анализ крови, общий анализ мочи. Также нас интересует УЗИ сердца. Да, пишу УЗИ сердца. Вот, и еще нужно будет сдать анализ на всякие аллергетики, потому что все это достаточно специфичное. Все препараты, чтобы точно у вас все было хорошо, да. Вот в интернете, также на сайте нашей клиники, вы можете почитать более подробно о способах, да, о имплантах увеличения. Свои рекомендации я вам записала и буду ждать вас в следующий раз. Да. Что? В принципе, да, за одну процедуру можно сделать еще подтяжку лица, если вы захотите, то есть маленькие такие какие-то корректирующие, потому что это будет общий наркоз, и время на операцию, там есть определенное время, за которое мы можем, то есть за один раз сделать еще какие-то коррективы для клиента, да. Но это по вашему желанию и, конечно же, по вашему бюджету.
силиконовым наполнителем, да, чтобы не было никакой деформации. Еще, знаете, я хотела бы посмотреть на вашей спине, вот внизу, там типа опочка поясницы, если там немножко жирка ткани, чтобы можно было, допустим, если мы будем делать надрезик,